Ребята, всем привет! Вы меня уже засыпали сообщениями по поводу нового автопака. Я просто не вижу смысла так часто делать ролики по этой теме, ведь количество автомобилей добавляется по чуть-чуть. 1300 машин в этом автопаке, включая замену трафика по желанию. У меня есть для вас еще одна хорошая новость. Все вопросы по установке и различных технических проблем по данному автопаку вы можете обратиться к человеку, который поможет вам разобраться с вашими проблемами. Ссылочка на его страничку в ВК будет в описании. Добавляйтесь к нему в друзья и опишите свою проблему, включая скриншоты и все в этом духе. И еще у меня к вам небольшая просьба. Понимаете, частота выхода новых автопаков очень зависит от вашей активности. Автора нужно смотивировать. И если хотите, чтобы быстрее вышел новый карпак с еще большим количеством автомобилей, давайте поможем автору собрать 12 тысяч просмотров на его канале. Тем самым мы быстрее увидим новое обновление. Ссылочку я оставлю в описании. Вот прямо сейчас, не поленись, перейди по ссылке на его крайнее видео и напиши в комментариях, например, «Я от Малахита, жду новый карпак, я надеюсь на вашу активность». Теперь давайте вернемся к новой графике, которую вы сейчас видите на своих экранах. Если вы жесткий графодрочер и уже опробовали тонну модов, вы должны догадаться, какие две модификации у меня установлены. Дам небольшую подсказку, это не Redux и не Natural Vision, и даже не MVGA. Мне будет интересно посмотреть, догадаетесь ли вы или нет. Первый, кто угадает, я отмечу сердечком и напишу в комментариях, что правильно. Я не буду оставлять ссылку на эти моды по двум причинам. Первое, я еще не до конца настроил желаемую цветокоррекцию. И во-вторых, эти моды кушают ну просто нереально много ресурсов. FPS исчезает на раз-два. Плюс, нужно еще выверить оптимальную конфигурацию для компьютеров, у которых беда с железом. Но в любом случае, если вам нравится эта графика, ставьте лайк. Как по мне, она выглядит очень кинематографично, ощущение, как будто ты смотришь реальный фильм. Это благодаря переработанному освещению и грамотно настроенному цветкору. Теперь давайте разберемся, как ставить этот автопак. Хотя я и записываю каждый раз инструкции по установке, которые по сути не меняются, но мне не лень снова их зарекордить. В первую очередь скачиваем торрент файлик по ссылочке в описании. Распаковываем архив с названием «Бонус» и копируем все файлы в корень игры. Открываем программу OpenFO и устанавливаем файлик, который соответствует вашей версии игры. Также по желанию можно выбрать трафик и установить фикс, если у вас игра крашится. Готово! Можете запускать игру и спавнить машины через клавиши F3 и F8. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Удачи вам и хорошего настроения. Будьте здоровы. Пока.